На сегодняшний день фаворитов в кандидатах в президенты на Украине у меня нет. И я абсолютно аргументирую это тем, что института общественных политических деятелей на Украине из-за предыдущего правительства, из-за абсолютно коррумпированной системы, так и не образовалось. И лидера, который представлял бы интересы всех регионов, сегодня в Украине нет. Это абсолютно понятный факт. Поэтому неважно, кто будет президентом, но он должен быть явно не сумасшедшим, и он должен думать о том, как же все-таки договариваться-то с соседями. Если они будут, как зайчики, стоять с протянутой рукой и звонить в Вашингтон: «Ребята, помогите, наших бьют», толку от этого не будет никакого. Вашингтон далеко, а мы близко. И поэтому нужно выстраивать отношения, нужно садиться за стол переговоров. И теперь вот этот разрушенный не только между государствами, а между народами какой-то мир равновесия, его нужно сложить заново полностью, с нулевой отметки. Это сложная история. Мне очень хочется верить, что кто-то, кто придет к власти, догадается начать с переговоров, а не с риторики: «Мы сейчас там, мы вам это, мы вам то». Потому что сегодняшняя вот хунта, как ее называют, это смешно все. Это смешно, потому что это, ну, такое немотивированное изъявление в эфир каких-то слоганов, которые даже сами не успели выучить перед съемкой. Поэтому будем надеяться, что президент, которого изберут 25 мая, насколько я помню, да, выборы 25-го, будем надеяться на то, что у нового президента, кто бы это ни был, хватит ума, по крайней мере, начать с переговоров. Начать с переговоров, а потом уже выражать какую-то риторически такую ортодоксальную позицию. Вот.